Данный вопрос вы имеете в виду проект энергосбережения, да? Не только это было там. А остальное, ну, могу вот бодрый рапорт ТЭЦа обратить внимание на следующее. В связи с предстоящими морозами, еще что-то очень много жалоб от председателя ассоциации по поводу большой разницы температуры между верхними и нижними этажами. Имеется в виду девятиэтажки с верхним розливом. Просьба, если технически возможно увеличить скорость носителя, не меняя температурный режим, это резко в какой-то степени на 1,5 раза увеличить. Технически хочу объяснить следующее, что имеется в виду. Девятый этаж с открытой форточки, первый этаж почти можно. Это проблема системная, но технически мне кажется, что в какой-то степени на эти морозы возможно изменить ситуацию. Понял, что я тут несу? Ничего стыковаться, а то из года в год у нас болячка. Это... Очень хорошо, что председатель ассоциации поднимает эти вопросы. Хотелось бы, чтобы вы хоть раз сделали ревизию проекта и факта, то, что у вас есть в доме. И почему берется эта вот разница в температуре такая большая? Потому что каждый хозяин себе считает, у нас граница с вами раздела, элеваторный узел. Хотите увеличить расход? Откройте больше записку, увеличьте расход. Не можете, обратитесь к нам, мы ее вам откроем. Нет вопрос, увеличить расход. Увеличить расход, увеличить плату. Давайте не будем вокруг этого. Они хотят, чтобы расход не увеличили, чтобы скорость увеличилась. Как, что будут дуть ему в другую? Что вы хотите? Значит, у нас единственная ассоциация была, бульвар Именецку 2, которая вняла нашим мотивом и взяла и сделала ревизию между проектным количеством радиаторов секций в квартирах и фактическим. Разница была, на верхних этажах было 25 градусов, внизу было 15. Летом сняли 280 секций радиаторов и стало 20 на низу и наверху. Господа, можно все сделать, но надо, чтобы вы были инициаторами. Мы готовы вам помогать, но мы не обязаны вам делать это. Это ваши жильцы. Вы, наверное, не услышали смысл моего предложения. Увеличить скорость носителя в замкнутом вашем ровно на 0,5 давлений и резко, не резко, но на 1,5 градуса нижний этаж повысится. Но правильно. Это будет ваш ущерб экономический. Я понимаю, что вы на это не пойдете. Какой ущерб, если вы скорость должны увеличить у себя на элеваторном узле? Скорость увеличить на элеваторном узле. Скорость невозможно увеличить, мы можем только изменить температуру подачи, это означает бабло. Я извиняюсь за технологию, но она так. Не будем превращать публичные дебаты, давайте технический вопрос решать в рабочем порядке. Правильно. Если вы увеличите скорость от источника, то же самое бабло. Прошу вас, и поднял вопрос не для того, чтобы спорили публично здесь, есть технический вопрос, который возможно. Который очень легко решить. Нет, не легко, желание должно быть. Легко. Желание должно быть. Я сожалею, может быть, не... Самое интересное другое, что в настоящее время, например, я сказал расход 1973. Мы увеличивать будем температуру теплоносителя в связи с понижением температуры наружного воздуха. И в это же время будет снижаться расход. Еще больше начнут зажиматься в домах, потому что будут держать, вот эти вот сейчас держат 36-37 градусов в обратке. Для них это степень регулировки температуры обратной сетевой воды. На улице падает температура, мы повышаем теплоноситель, они уменьшают скорость в домах теплоносителя, зажимаясь еще больше, держат 36-38, и мерзнут, и замораживают своих жителей, и хотят, чтобы... А что мы можем сделать? Платят больше. Мы выйдем на место, увидим, что прибор учета зажат, откроем его, выставим норму, запломбируем, чтобы никто не ходил, и все. Считаю, что достигнуто мировое соглашение. Видите, не зря сюда. Каждый команд, где есть жалобы, значит, в присутствии их представителей будет констатировать факт. Даже на выходные праздники. Благодарю вас.